Добрый день. Представляем вашему вниманию перистальтический насос МДП-200D Mini для перекачки жидкости из одной емкости в другую. Также может перекачивать продукт по времени. Если дозатор МДП-200 предназначен для перекачки косметических или пищевых продуктов, то данный дозатор рассчитан для перекачки, например, сточных вод или электролитов в гальванических ваннах. Давайте начнем. Скорость потока мы можем менять. Также при переключении можем работать от времени. Спасибо большое за внимание. Всего доброго и до свидания.